Здорово, Twitch, здорово, YouTube. Сегодня, как всегда, играем в Gods Unchained. То, куда стоит заходить, если некуда заходить. И мы находимся на мифическом ранге. Колода за 15 баксов. Шестерки, пятерки. Остальное сами все знаете, все видели. Если что, последняя ссылка на эту колоду в описании. Я сейчас буду раскидывать всем оповещения в Телеграме и Дискорде. Поэтому, пока я это делаю, ставь лайки, подписывайся и звони в колокола. А также можешь написать комментарий, если есть какие-то вопросы, на которые у тебя нет ответов по этой замечательной и перфекционной игре. Так. Телегу я закинул. Оповещение. Сейчас в Дискорд помещу. В Дискорд поместил. Текст. Пока можно начать с краткого обзора на крипторынок. Из-за каких-то последних новостей. Здорово, Антофа. Ты придумал подрубать, когда квесты отменили. Отменили квесты? Все правильно, значит, сделали. Краткий обзор крипторынка. Все очень плохо. Здорово, Дакер. Че это за YouTube? Ха-ха-ха, really, он так сказал. Это база. Круто. Так. Рынок. Добавь коллекцию. Я думал, кто это ляпнул. И что, ко всем прилипло. Но это надо придумать. Как это сделать? Это неплохой был балярд на донаты. Сотку кидаешь, это база, это главное. Команда собала канал. Да я понял, но надо заморочиться. Итак, BTC провалился вниз. Кстати, смотрите, была такая отметочка. И ровно по отметочке сходили. Но, получается, пробили мы. Пошли на ретест сопротивления глобального. Четко на ретест ушли. Подвину. Ну вот, да, четко ретест. Вот это, по-моему, и сотру. Ты что там, карты какие-то запрашивал в Дискорде? А ты для нас снимали что-то другое? Да, я делаю анонсы. Телеги. И каждый анонс новый арт. Новая карта. Либо нейтральная, либо из на природку. Иногда попадаются прикольные. Здорово, Андрикс. Квесты же отменили. Ну вот мы их игнорируем, что их отменили. Генезис сет. Ну какие попадаются прикольные, которых я не видел. Красивые такие, классные. Ты чё, за мной следишь? Я ж вроде не в общий чат не кидал, а так. Поиску карт. Хантишь меня? По рынку что-то там по FTX? На бирже FTX какой-то крах. Ей жопа пришла, походу. Все там слили очень много монет в ТТ. Поэтому рынок сильно просел. TXCAM, да-да-да. Зачем зашел в этот канал? Ну вот. Так можно понимать, когда будет стрим по этому каналу. Кстати, ЕТХВ. У меня ведро пробилось на 5 баксов. Я купил еще 2 монеты. Того у меня 3 монеты по 5 баксов.
Она ровно в пятерку стрельнула, и у меня ведро отработало на 5 баксов. Тогда будем следить за тобой, окей. Не получать анонс раньше, чем ты запускаешь. Да-да-да. Кому нельзя доверять, если даже FTX скам. Да и как... Я FTX не покупал, и все понятно, что все биржи скам. Только... Но FTX скам, потому что у них нету блокчейн основы, понимаешь? А у BNB и у Binance она есть. И это очень сильный аргумент к тому, что она не заскамится. Хотя и там все монетки, 95% скамные, которые сегодня есть, завтра они уже пропали, но... Фундамент там сильный, и за счет фундамента вряд ли что-то случится с Binance. Все красное. Total, смотрим. Total. Не получилось закрепиться, пробился опять вниз. Значит, будет ходить вот тут, вот, треугольник этот заполнять. Как заполнит треугольник, увидим. И годсы опять, смотрите, опять годсы можно покупать. Вот, пробился. На 0.29 упали. Тут получается треугольник вырисовывается. Такой треугольник. Может, через недельку пробьется вверх. На дне еще данные по инфляции ФРС выпустит. Там тоже, походу, все плохо будет. Колесо флюксов. Да и зачем мне колесо флюксов? Мне хватает их. Это да, БНБ держится хорошо. От БНБ... Потому что сжигается, он используется. Фитиль был, конечно, мощный. Хотя тут по сравнению с вот этим ростом, так, маленькая коррекция. Даже не дошло до сопротивления. Обрубило по-бырому. Хотя вот так можно нарисовать еще было. Вот так, и... Может быть, вот так. Восходящий вымпел, точнее, вымпел с... обратный. Может, куда-то вниз упадет. Может, не упадет, вот так. Так, на самом деле, BNB Chain очень печально реализована в техническом плане. И это может рано или поздно сыграть фатальную роль. Ну, он уже сколько ему лет? Ему уже года 4 или 5, этому BNB. И ничего еще не сыграло. Он почти... Ну, чуть-чуть позже эфира вышел. Или нет? В 19 году открылся Binance. И, наверное, в 19 году и появился BNB. Значит, ему 3 года только. Так что все может быть. Solana тоже недавно появилась, и очень часто ее хакают, но я думаю, она за счет этого только крепчает и крепчает. Вчера я первый раз попробовал, 4 бога получилось сделать. У тебя флюксов мало. Годс, по-твоему? По-твоему, совет, наверное, возьму не намного. Да, там не больше 5 баксов. Потому что не пускают их, смотри, вот глобально. Самый низкий уровень это 0.20. Вот он. 0.27. Но фитиль был на 0.22. Можешь там, например, купить на 5 баксов по текущей цене, поставить ведро на 5 баксов по 0.27. Еще ведро поставить на 5 баксов на 0.25 и на 0.22 ведро поставить. 0.23 лучше. Если он еще ниже упадет, ты неплохо усреднишься, потом, когда он стрельнет, считай, купил по хорошей цене. Там валидаторов очень мало, и мало кто хочет приходить, чтобы работать с хреновым бэком. А, ну, это не мешает ему расти. А в каком блокчейне все хорошо, по-твоему, дакер, если у BNB все плохо с этим?
покупаешь год с ведрами. Ведро — это такой термин в трейдинге, когда цена приходит, например, вот на 300 баксов пришла цена в BNB, а сейчас она 321. Ведро — это отложенный ордер на покупку. То есть, когда она придет на 300 баксов, ты вставишь покупку на 10, например. И вот она дошла, это фитиль дошел, покупка прошла, и потом фитиль ушел обратно сразу, видишь, на 20 баксов. Ты уже в плюсе на 10% почти. Что там? Минус глаза. Вот это? Так. Нир, например, у них уже шардинг есть, на которого эфир еще пару лет будет катиться. У меня Нира где-то сотка есть, 100 монет. Я тоже довольно в них уверен, но почему-то в цене они не растут. Ну вот они болтаются, 2,6, потом следующая цифра это 2 бакса, 1,97. 1,9 по Ниру. Можем провалиться. Токен Сент, можешь анализ сделать. Токен Сент. Сейчас они у меня тут есть или нету? Сент. Дабстепчик. Смотри, какая сильная зона сейчас. Накопление. Вот такой уровень можно поставить. Вот такой. Вот такой. И вот. Уровни накопления. Потом расставить поддержки. Так, ну это ничего не дает. От игры Sandbox. Ну я понял. Ну Sandmana. Как там? Sandmana Ultra или как там? Тоже монетки. Можешь сделать сейчас. Пожалуйста. Корень Sandbox. Ну это то же самое. Вот, Sandbox, монетка Sand. 0.7691. Вот. 0.7691, видишь? Это она. Ну вот они в она в канале торгуется от 1,5 бакса до 0,53. Можешь на 0,55 поставить ведро, если ты интересуешься этой монетой. И закупить ее по этой цене, но ее не пускают сюда. Она тут была последний раз год назад. То есть в теории может опуститься даже на 0,15. Но когда это будет... Никому не известно.
что там еще Матик вроде стрелял круто, но как он закорректировался. Вот я планировал, что Матик будет так примерно плавать, но он неплохо пробил. Блин, а вот я не помню, как я встроил эту линию. Она же ни на что не касается. Просто лютое пробитие. Хз, случайно начертил, и так получилось. Кацан года. Опустимся, думаю. Ты что угодно может быть. Если так легко манипулировать рынком, когда кто-то продает большой актив. Понимаете, это вся крипта, это пирамида, основанная на полезности токенов. Если токены не полезны и они никому не нужны, то любой может просто с большим количеством зайти и слить все по рынку, и все упадет, потому что все зависит от... Да, и деньги пирамида, конечно. Если все бы начали не за деньги покупать основные предметы, а, например... За те же самые обменивания на другие предметы или на золото в граммах, то деньги бы соскамились, и все государства бы просто банкротились. Никто бы не получал ни пенсию, ничего. Госбюджет и так далее. Смотрел фильм? Да, я смотрел. Классный фильм. В теории, конечно, может быть все что угодно, но больше Большая финанс, как правило, делает крупные покупки. В конце года, наоборот, фиксирует свои позиции. Смотри, из-за того, что крипта привязана в данный момент к бумагам, к ценным, потому что вошли большие бабки, то нужно в первую очередь смотреть на отчетность крупных финансовых компаний. Вот это NASDAQ. Нет, это никелированный газ. Видите, газ как падает в цене. Просто. Всем морочат голову, что в Европе все плохо, а газ в цене все падает и падает. Вот он упал. С мая до ноября газ упал на 23%. И он примерно в январе... В январе 2020 года, когда перед ковидом, примерно столько же и стоил, даже да еще дороже. То есть, в целом, если зарплата увеличивается, то все должно стабилизироваться. Когда человек было время на руки, она была валюта. Но по сути, так и есть в реальной жизни. Время — это твоя валюта. Как ты его инвестируешь в себя... Столько потом у тебя и денег. Европа не замерзнет. Так и газ дешевый, все. Кто не замерзнет? Если им зарплата поднимает, а газ дешевеет, то там все хорошо. В эфире газ. В эфире газ дешевый. По альте Total сейчас покажу. CoinMarketCap не хочет показывать, а вот. О, кстати. На альте Total, посмотрите, как четко отработал. В принципе, как и на эфире. Наверное, Total на альте строится на основе эфира. Потому что на эфире вообще, посмотрите, я рисовал. Вот тут. Вот. 28 октября. Волна коррекция, волна коррекции, и падаем вниз. Потому что глобальное сопротивление не пробито. Пробито локальное вверх, но глобальное не пробито еще. Да, я про то же. Индексы сейчас не будут сильно расти. Сильно надеяться на локальный отскок. Это оно такое. Экономика вообще на пороге глобальной рецессии. Так что стоит смотреть, изучать возможности на будущее. Да, было бы полезно, если бы как-то в доступном языке кто-то своевременно и быстро выкладывал отчеты больших финансовых компаний, как там
Tesla, Netflix, Tesla, Apple, потом другие финтехи. Вот, например, Apple. Акция Apple стоит 140 баксов. iPhone стоит 1400, наверное, с максимальной комплектацией. Если ты купишь акцию Apple, она может упасть в цене максимум до этой линии. Это 20%. А если ты купишь iPhone, то он упадет в цене в два раза за 5 лет. Умеешь читать такие отчеты? А что там читать? Там есть индексы, и они показывают прибыльность и убыток. Это все. Общий доход за квартал. Потом общий убыток, общая прибыль. Если прибыль меньше, чем убыток, то все начинают продавать. Вот смотри, как видишь. Четенько подошло все. Раз вершина, два вершина. Продлил и четко пришли сюда. Раз поддержка, два поддержка. Так провел. Где-то, возможно, вот здесь что-то произойдет. Либо мы провалимся вот до этой поддержки на Apple. Либо пойдем вверх. Надо смотреть, когда будет отчет у Apple. Если будет отчет где-то с июля по ноябрь. Нифига себе, это 6 месяцев. Еще 2 отчета тут будет. Ну, где-то, наверное, посередине его пойдем. Как-то, наверное, вот так. То есть в мае, блин, вот эти, конечно, прогнозирование дна, интересная штука. На Тесле вообще все неоднозначно. Сейчас еще Маск с Твиттером будет опять хрень какую-нибудь творить, загонять всех его американских читателей на покупки и продажи догикоинов. Всяких отсылок, других монет. Плюс Reddit еще подъезжает. Своими приколами. Тут нисходящий клин идет на Тесле. Гигантский. ЭЗ. Ну, на Тесле это точно должно быть дно. 190 баксов на Тесле. Я... Блин, а что? 190 баксов? Я помню, она по 1000 торговалась. 400 в пике. Это точно Тесла? Это точно Тесла. Помню, Тесла по 1200 баксов. Почему 400 в пике? Странно. Но мне же это не приснилось. Netflix просто, смотрите. Какие гэпы. Бам, пустота вниз, пустота вниз. Какой это вообще уровень на Netflix? 6, до минимума 16 года. Мне, чтобы видеть общие экономические условия, пока обязательно смотреть более комплексные S&P, NASDAQ. Они отдельные компании, отдельные будут идти за экономически в целом. Но то же самое S&P и NASDAQ будут идти за большими компаниями, которые делают большой процент от этих всех индексов. Понимаешь, а это же все входит. То есть 10 компаний из S&P 500, там, или это может даже 20 компаний из S&P 500 делают больше 50%. Всего индекса, сумму всего индекса. А все остальные там от 50 до 80% они так, маленькие сошки. Даже если они соскамятся полностью. Добрый день, не смогли с вами связаться через Discord, напишу тут.
Я представитель топового универа Оксфорд и предлагаю вам вступить в нашу команду. На факультете новых технологий открылся новый курс, и вам очень подойдет позиция лектора по криптовалютам. Зарплата не обидим. Свяжитесь с нами, если интересно. Спасибо за внимание. Да. Пожалуйста. Это все база. Как говорила Ельцин. База. Это просто база. Это азы, понимаешь, Антофа? Доминашка тоже вернулась в канал. Очень длинный. Что еще рассказать? Вот еще как индекс газа. Вот этот индекс газа такой. Может быть и не индекс газа. Октябрь 21-го. Hi, shall we give it a try? Would you also like to offer in your friend Fong? Я видел, что Фонг стримит. Шел. 100 лет не используется. Фьючерсы написано. Газ фьючерсы. А, фьючерсы. Разве это почти... Да все почти то же самое. Там колеблется плюс-минус 5% от основной... От основных пунктов. SafePal кошелек тоже плюс-минус на дне. Кадена. Монетка, которая майнит с асиками, тоже на дне. Самоед. Мемкоин, который сжигается, тоже на дне. Вот Годса уже 0.3. Сертик сильно упал. Но он плюс-минус... В этом канале находится карданка. В канале. Не вышло. Самоед коин. Да-да-да, это как собака. Это как доги коин, только самоед коин. Это все эти монетки всеми нам известного Эванса. Доги просто. Смотрите, коррекция идеальная. Пум. Пошла на коррекцию после такого пампа. Памп энд дамп монетки. Ваненчи на дне. Луна классик. Просто флетится. И насрать вообще на все эти движения. Что там про пукоинсы? Мне 50 монет. Копи. Yes, I'm saying. Здорово. Как делище? Все супер, как у тебя. Так. Мьюзик. Стоп ит. Радио сейчас подрублю. Радио. Тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур электро. Так, это громковато. Я потише сделаю. Блин, вроде громкость нормальная. Максимально тихо, как могу, сделал. В целом, хз акции. Тоже памп. До 12 баксов почти попанули. Опять она на 9. Девальвация им не светит. Девальвация. Вот только... Только рост. Никакой девальвации. Хотя, когда придет много людей и... Будет слишком много запросов по картам. То есть я, если буду ходить в большой минус, то я эту систему с картами буду передумывать. Но пока вроде все нормально. Шикарно, 2 дня подряд не могу больше 3 побед сделать. Жестко. Ты в квесты, что ли, вот эти сумасшедшие проходишь? Нифига себе.
как забагался сайт. Могу купить 4 карты прямо сейчас. Что бы делал на моем месте? Я копил бы нарарку. Либо ждал, пока какая-нибудь комонка из корсета слишком сильно вырастет в цене из-за какого-нибудь хайпа. И заказал бы самые дорогие комонки. Обзор меты. Топовые дики. Топовые дики — это только у... мы знаем у кого. Ну а что отменили, смотрите. 20 матчей чуваки играют, вот поинты получают. Просто они же по-другому поменяли название. Это челлендж теперь, это не квесты. Что там система и монеты, первый раз слышу. А за баллы канала карты брать. Чем больше у меня будет стоимость... Вот, у меня стоимость кошелька по картам 365. Когда плюс-минус будет 400 стабильно, я уменьшу еще там на 4,5% стоимость карт за баллы канала. Когда будет 800 баксов, еще на 4% уменьшу. Когда будет там 1600 баксов, еще уменьшу на 4%. Каждое удвоение кошелька — это 4,5% от суммы минус 5% от следующего убавления. Когда будет миллион, но этого никогда не будет. Все коммунки станут бесплатными. Нет, это сложная геометрическая прогрессия, в которой... Результат бесплатной стоимости достигается только в не в обозримом будущем. Они все писали в Дискорде, что на Гудексе это до сих пор отображается задержка, но работать уже не так будет, как я понял. Сейчас его переведем. Что они там пишут в анонсах? Hold of D. Глаза. Мы услышали ваш отзыв о квест-сообществе. На данный момент мы решили остановить квест-сообщество. Ну, наконец-то. Но не волнуйтесь, мы планируем перезапустить его в ближайшей улучшенной форме с учетом всех ваших отзывов в ближайшие недели. Вещи, которые будут меняться. Структура вознаграждения. Временная шкала. Сдвиг на один день начнется после рейтинга выходных во время сброса Daily Play to Earn. Изменение названия задания сообщества на конкурс сообщества. Конечно, задание это тупо было делать, потому что это не то. Спасибо всем, кто представил этот отзыв. Мы будем держать вас в курсе в новой итерации. Если вы все еще видите на Гудексе, не бойтесь. Это будет отображаться остановка на дальнейшее время. Спасибо за ваше терпение, мы работаем над этим. По сути, вот эта награда для топ-20 тех, у кого вот по матчам, посмотрите. Blade of White Plain. Пирамид Варден. Кто еще? Серн. Сообщение из будущего. Привет. Я играю в Годсце 9 ноября. Каждую неделю играю в Викенд. Также отвечаю на вопросы в чате. Помимо этого, в поиске других инфте игр, где можно заработать. С 9 ноября. Это что, Владик, что ли? Здорово, Мегамасаев. Здорово, Ситизен. Просто посмотрите, ну тут... чтобы, не знаю, как-то побеждать. И в целом, карта на Десепшена. Пирамиду я тоже использую Десепшена. Феррелла, не знаю. Poison Deceptionski. Амберера Deceptionski. То есть...
Одни десепшены в мете до 5 маны и паладины. Десепшены и паладины. Серн, Радиант, Леви за одну ману. Вангуард. Все. Больше там природка на топ, не знаю, топ 25. Первая карта на природу. Все остальное десепшены и паладины. Я десеп китаю 7-10 стартовал, но пока им играть не буду. Хорош. Агро Хайден, десепт и агро пал. С пирамидонами и балайдами, да. Как бы, если у тебя нету хотя бы половины из этих карт, то тебе не быть вот тут, и то, чтобы появиться в этом топе, это такой рандом. Это как выиграть в турнире на Welcome колоде. То есть... Абсурдный абсолютно приз был по косарю годцев на топ 20 мест. Плюс, чтобы туда попасть, это нужно фармить эти поинты. А они бы так ни к чему не пришли. То есть богатые богатеют, а бедные беднеют. Это надо делать, как раньше было. Вот тут вместо актив квеста была такая штука, где нужно было сыграть 60 каток, и за это тебе давали, там, выполняешь действительно задание, где там победы, игры и, в общем, 60 каток сделать, и за это тебе дадут годсы, в зависимости от твоего ранга, там, очки и годсы. Это было логично. А вот это какая-то помойка для тех, у кого есть все карты, они могут подстроиться под текущее задание, в кавычках. Там следующий квест прикольный. Ты можешь использовать карты Genesis, Trial, DO, Welcome и Core запрещены. Да, вот. Покупайте наши карты, ребята, чтобы получить какую-то странную вероятность попасть в пул наград. Те, кто на мифике шансов... Да, и те, кто не на мифике, как бы, идите нахрен. Топ-20 это не для вас. Это чтобы для всех было, чтобы любой зевака смог зайти и получить хотя бы один год за всю эту движуху. Но они... А я, знаете, я понял, они сделали топ-20, чтобы те люди, кто раскидывает эти все монеты, не напрягали булки там, просто вяло там с бокалом пива смог выделить ник, найти его кошелек, скинуть ему этот косарь баксов, потратить на это всю движуху 2 часа времени и не напрягаться. А если они сделают, чтобы каждому все давалось, они там потратят на распределение наград не одну неделю, и они говорят, нет, мы не так не хотим, это нам не нравится. Напрягать булки — это не про нас. Вот выпустить вердикт пак, срубить бабла и потом его не нерфить — вот это кайф, ребятки, так мы хотим работать. И вот на этой чилобазовой атмосфере вышел вот этот странный квест. Из говна и палок. Так понял, тут есть забава для... Да, квесты — это так. Суть квеста — дать еще больше бабла тому, у кого уже есть так много, остальные курить умом пук. Все верно. Это из-за того, что они ленивые жопы. Там последняя строчка прикольная. Покупайте карты 5-5 маны и меньше нашим токентров. Они раскидывают вручную в 2020 году, Карл. Да, потому что они типичные ленивые жопы. Ждем обещанного изменения Сантума уже год. Ты... Я не знаю, а у них никогда не будет нормального онлайна, если они будут страдать вот такой же фигнёй. Несмотря на эти квесты, ну... 500 человек решило попробовать. Вот в среднем было падение с выходных, с пика до лоа. Сначала было 13 тысяч пик, 11 тысяч лоу, то есть 2 тысячи разницы игроков. Потом 12 тысяч, 10-800, уже 1200. Из этих 2800 поняло, что это
Дейлики полный хлам. И вот эти 800 отпали на долгое время, и потом что-то их вернуло. Наверное, вердикт сет. Вердикт сет открылся, 13 тысяч онлайна сразу. Потом уже меньше стало игроков уходить, потому что как бы ты же потратил деньги на вердикт сет, но надо же играть, как-то правильно отбивать, при том, что он падает в цене. И вот началось колебание, потом вердикт сет, походу, понерфили чуть-чуть. Все продали свои карты, и мы вернулись к вялотекущему онлайну, который сейчас попытались реанимировать этими деликами а-ля квестами. В итоге ни деликов, ни квестов не получилось совместить, и остались только делики. Может быть, тут цифры нарисованы, надо разбираться. Может быть. Чело было по 20 мультиаков в среднем. Они говорят, что мы их забанили, но просадки онлайна не было. Да. Все стабильно. Обосрались по КД. Да они, я не знаю. Ничего нового. Рубит бабки с оставшихся хомяков, так сказать. Иван 86 Сур, здорово. Чего тестить? Что теперь может моя колода в этой странной мете отмененных заданий? Тун-тун-тун-тун-тун. Меду не посмотрели, деки не нашли. Да и потом будем деку искать после фри-то-плея. У меня по плану обзор меты после фри-то-плея. Deception. Главное, чтобы это был агро. Deception. Не контроль. Тогда меня все устроит. И без пирамидонов. Шестерки пихает Малиган. Я понял. Кому-то сейчас будет подкручивать. Сделали у тебя инструмент с топовыми деками. Поставил фильтр. На цену 0-50 баксов ранг мифик, результат за викенд, винрейт, создатель и прочее. Давай. Было бы круто. Четыре спыла из четырех карт. Ну. Просто игра хочет мне подкрутить поражение против этого десепшена. Яблочко сюда. Правильно. Конопи сюда. Правильно. Все как надо. Надо было кидать молнию, скорее всего, яблоко. Пять из пяти. Мне самому такой инструмент надо. Уже пять. Ставлю спло. Но Wildfire, фрукт... Хорошо оставил, правильно. Доставочку заказывали. Достав очка. Фрукт бафнул бомбу. Нет же. А, вроде как есть одна карта, которая диспелит поджог. Есть карты, которые диспелит поджог или нет? А, да-да-да, на природке, которая откатывает. Снимает все статусы у природы, кстати.
Ну вот. Обновляет. И еще у смерти тогда четверка. Shines on a soul. Я понял. Ну, этот Deception может уже консидить, конечно. Смело. Ты его законтрил. Ну, конечно, природа с обилкой на урон контрит любого Deception, плюс мне спелы пришли. У него нет шансов. Сколько бомб не кидай, и попадешь ты в рай. У него карта 5 минус маны только, фармим ложков просто. Он, наверное, не успел бота поменять, чтобы он не фармил эти квесты. И скалы, и палок. Квест отменили, а чел их играет дальше, ведь не все сидят в Дискорде. Да, не хватает им англоязычного алертера на Ютубе. Agro Deception вообще еда для медприроды. Ну, хотя бы когда-то мне дают насытить свой аппетит, а не наоборот. В игре просто написали два слова квесты, отменены и все. Квесты. Не квесты. Блин, какая же это имба? Два раза бафнуть существо. Twin Strike, надо на эту амазонку как-то накидывать. И на два раза бафать все будет. Это ж кайф. А лучше был бы Quattro Strike. Не Twin Strike, а Quattro Strike. Четыре раза бьешь существ. Прикиньте, имба какая. Клеймим Годса. 6 Годса, прикиньте. 5,5 за 1025 фрагментов. 5,5. Это ж почти $2. Помню стримы Пама. Он писал, задержки нет на экране, но задержка была. Да у Ипама проблемы с интернетом. Мне кажется, ему их надо решить, но ему насрать вообще. Может быть, ему и не насрать, но делать он ничего-то не хочет. One up. Что еще я могу рассказать такого интересного и не только. На Ютубе уже 251 человек. Это четверть от тысячи. Против варов я беру банда из-за того, что хилка не сумонит существа. У меня много карт на бафы. Пойдет. Расскажи инсайды из закрытых групп. Я в таких не нахожусь. Инсайды из закрытой группы. Потом после месяца такой закрытой группы появляется надпись «Скам» красными буквами в Телеграме. В названии и переименовывается название этой инсайдерской группы. Не подписывается перед этим скамом буква «Не». Две буквы «не», не скам. Ребята, все в порядке, группа не скам.
кто-то накидал репортов, и по какой-то случайности Telegram решил дать мне отметочку скам. Но на самом деле она не настоящая. Пам-пам-пам-пам. Бейджера бафать. Выбора нет. На следующий ход энфорсера бафнем. Посмотрим, как отреагирует на это Вуин. Абилка против Ара имхо. Нет. Эта абилка против Ара плохая, но она хороша для меня из-за того, что у меня много бафов. Вот, чармы, потом... Нет, я хочу все-таки сломать ему пушку, так как он не хочет бить меня в лицо. На next уже энфорсера соспамим. А ты с камеры, оказывается. Я? Конечно. Тот еще с камер. Если тебе надо заскамить, напиши в чат. Заскай меня, пожалуйста. Я все равно не смогу. Тайский стример на фулл донатном кале против тебя. Окей. Pencil Dick. Сделайте твич канал с названием Pencil Dick. Ну, у него два демо в руке. Кайф. У меня на следующий ход Sudden Bloom. Бифштек. Не, мне кажется, без шансов тут. Хотя... Ну, прикиньте, энфорсер вылезет. И бейджер. Давай, брат. Я думал, бейджер... Нефариус круто. Чё за снайпер в чате? Ты... Чат они такие. Мол, не оставляем, да? По советам. Фонг. Здорово, Фонг. Спасибо за рейд. Как отстримил. Какие результаты. Всем здорово. Здорово, Айвали. Здорово, Холу. Пари, пари. Мы только что нагнули агро десепшена, но теперь нам раздвигают булки в контроль вар. Заскамить. Открыл доганчика с паков за топ 32. У кайф. Красава. Поздравляю. Пари. Диамонт. Наверное, метеорит. Антофа. Ридит в соло. Хорош. Вот. А почему ты мне топ-декаешь, играя? Но у него же там еще один сидит. За что такие почести? Антофа заходит на стрим с ноги. С двух ног. В одном персонаже.
Пам-п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 ам. Конец, нормальный рейд. Здорово, Утама. Здорово, Легра. Добрый вечер. Удачных игр, спасибо. Тебе тоже удачных игр. Это награды за турик дека. Мне тоже 8 пакетов подъехало. Фига, вы красавцы. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Лутаете паки. Как женщины на распродаже все подряд. Ой-ой-ой. Это просто два урона. Это просто летал. Я понял. Вопросов нет. Шейхи, они такие. Ну, конечно, сравнили. Там вар за 2,5к и природка за 15 баксов. Баланса суммонера не хватает. Хотя бы на мифике. Ты их на всех рангах хватает. Я мод. Приди, забаланси эту игру. Антофа, можешь как-нибудь чекнуть? А, нет, ладно. В принципе, и так можно чекнуть. Благодаря этой статистике квестов. Да. Download. Ой, конопи. Конопи приемник на столе. Принимает. Бам-бам-бам-бам. Вилли Бести был. С ним в команде занимались балансом. Сейчас много криприроды с амазонками в мифике. Я не знаю. Не могу. Никак подтвердить. Чел с Омаксом в топе. Ну конечно, че ему не быть в топе. Пам-пам-парам-пам-пам-пам. Так, у этого челика две карты. Одна Wildfire. И вторая должна быть молния. Проверяем. Если Wildfire, значит надо убивать всех призывных чудищ. Угу. У меня есть ответ. Может быть, другой ответ? Ладно. О, какой трек крутой. Сколько аккордов? Тун. 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 Bad girls. Bad girls. Ты призывной? Призывной в смысле в армию? Ну да.
Bad girls. Мне надо скоро страховку делать на тачку. У меня заканчивается в ноябре. Страховка рублей 7 стоит. Главное не забыть. То мне тормознут страховку. Покажите. Кстати, я страховку не показывал. Я на тачке не часто ездю, но... Месяцев 7 точно. И раньше все равно, когда каждый день на машине ездил, ну, может быть, за год, раз 10 кто-то просил меня страховку показать. Играю против природы. И мне такое показывают. Постоянно топ-дики канопи, молнии. Сила зовут Уиндмч. Жестко, жестко. Но вот если игра говорит, ты не проиграешь, значит, ты не проиграешь. А если игра сыпет тебе шестерки с пятерками в самом начале, то ответ очевиден. А так это ты и есть. Да. У него тоже есть конопи, видишь, и довольно неплохо попадает. Бэнг-бэнг. Бэнг-бэнг. Целесть, а еще будет карты добирать. Что он может сделать? В магазине нету ничего того, что ему бы помогло. Просто пушку может забрать по приколу. Но он, скорее всего, лучницу заберет и разгонит Целестила. Понял. Накопил 200 кабалов. Тут можно алкостримы заказывать. Блин, у меня есть, конечно, синева в шкафу. Но расплескивать ее не хочется. Потому что завтра не хочется лежать в состоянии... Лишь бы прошло то время, пока мне плохо. Что насчет кукинга? Может быть, ты хотел стать кокинга? Кукинг. Какой кукинг? Надо все переносить на кичен. Надо сверлить дырку в стене. Можно и кокинг. Тубинг. Пул. Пул стриминг. Я, короче, сегодня зарядку сделал. Первый раз, наверное, за месяц. И прям плотненькую, так, свою любимую. Еще с бальных танцев, которые делали. Такое, на 50%, наверное, от того, что там делали. Но в целом разогрел абсолютно все группы мышц. И вот я сел, значит, на табуретку на свою с красным покрывалом. Посидел, пока суп греется в микроволновке, и потом как встал, меня аж немножко подкосило. Настолько мышцы атрофируются. Можно еще петинг. Я про пета говорю. Будешь на стриме гладить киску. Нет у меня такого. Чё-то у меня клиент навернулся. Одну игру сыграл, выбила в конце ошибку. Теперь запускаю клиент, и он просто не прогружается. Синее окно. КЗ. Перезагрузи комп. Ладно. Потом расскажу. Так, почему у тебя на фри-то-плей аке больше... Уровень, чем у меня. Я не знаю. Наверное, ты играешь меньше, потому что...
Опять контроль вара. Блин, а как эта природа, которая против меня играла в мифике, попала в мифик? Надо чекнуть ее. Что там за перс? Персик. Сладкий. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Да убил. Сети распродажи 1.11к. Сегодня на стриме, где собирает комп сидел, там каждый день цены чисто растут на ходовые товары. Да, согласен, но за последнее время сильно упали цены на видюхи и на процессоры Ryzen 5-го поколения. Так, надо второй ход поставить, во-первых. Во-вторых, Wildfire против, скорее всего, Агровара. Пенумбра точно нет. Enforcer со второго хода. Блин, мне не особо нравится такой мулиган, но надеюсь, что-то придет хорошее. Это лучше, чем что-либо другое против Ары. Дэдди, может быть, это мультседди. Вряд ли. Не думаю. Он говорил, на 8 баксов варе покорять мифик. Ну. Все может быть. Мне кажется, все-таки это подороже будет вар. Сейчас за 4 маны Олимпиан. Да. Все-таки как же было нереально круто угадывать, точнее не угадывать то, что кидают против меня соперники, после чего они проигрывали. Как же это было круто вот на прошлом стриме против Паладина. Когда ты говоришь Астериус, Серн, Астериус, Серн, Астериус, Серн, а их нет и нет, нет и нет, нет и нет. Ты думаешь, вау, это реально? Я могу ошибиться и не угадать карту? Это было так круто просто. Если бы люди через несколько лет вперед понимали, насколько это круто, можно было быть дедом, рассказывающим байки про то, как я угадывал карты моих соперников. Помнишь, не, Антоф, что ты хочешь вспомнить? Кого-то ты хотел удивить инфорсером с монетки. Ну да, я пытался. Это дега чуть дороже 8 баксов. Мне тоже так кажется. Самую малость. Надо отдавать бэджеров вот в этого неудобного бровлера. Может добавить счетчик блейдов за стрим. Да мы и так видели по сайту Гудекс, что их очень много. Топ-1 по количеству сыгранных карт в мете до 5 маны. Ну как, камон. Come on. Сейчас, наверное, соль сюда. Все зачистится, и мне по лицу дальше будет. Нет. Но все равно, что бы то ни было, сложно уже будет выиграть это.
Кмон, брух. Чего? Я не вижу выход. Не вижу выход я из этой темной тины. И хоть женского рода она, но это не Тёрнер Тина. Просто это был вар. Это был санный контроль. С Блейдом. С Вайлдплейном. По конспекту наваров надо ругаться, а не держать в себе. Ругаться. Ругаться. Ругать. Ругань. Корень рук. Или руга. Что дальше? Ничего. Вставляем. Ре-рань. А, герань, наверное. Можно еще покурить. Если ты куришь, покури. А можно бутылки? Нет, я не буду показывать бутылки. Здорово, верф. Феотин. Или феоти. Наверное, больше феоти, чем феотин. Так, я ничего не скрыл. Ничего. Просто прочитал 13 по-английски. 13. Don't worry, brother. Так. Блин. Барончик. Вак-вак-вак. Какая удача. А, это ты? Три вопроса. Проебать стримеру. Если у тебя агроколода, то... У меня сильнейший незаход. Как понял. Десять урона. Наверное, еще из единички на три. Ну все, это ГГ. Ну камон. No chance. Back. Я не могу ничего тут сделать. Кого бы ни поставил, ничего меня не защитит. Авора нету. Wildfire толку нету. Ремувов нету. Блад на конопи. И то потрачено. Здорово, я на Вайс. Как успехи? Ты на мифике еще держусь вроде.
Пара-пам-пам. Три, шесть, девять, десять. Без шансов. Пам-бам-бам. Да. Не всегда получается расправиться с агродесепшенами. Но я и ходил не первый, и единичек у меня не было. Поэтому результат закономерен. Что там в нашем каламачепаке? Калмача. Все правильно. 1420. 5 каток сыграл. Ладно. Бога света. Это святая Светлана? Или как? Антов. Или грешница Светлана. Светлана Коннор. Светлана Коннор Макгрегор. О, блин. Сегодня одни шейхи в моем пуле соперников. Сэм Бэм. Кайф. Рель, что думаешь, по годцам будут еще падать? Здорово, Хантер. А, могут упасть до 0.23. Могут и не упасть. Поставь ведро на 0.25. Не ошибешься. Сам. Сам сусам. Все сделал сам. Сэм Бэмчик. Бам-барам-барам-бапум. Он неплохо придумал. Но у меня был маленький козырь в рукаве, который мне немножко помог. Во-первых, я не мифик, но кода колоберу на гудексе по мифику. Для любителей чего-то не совсем стандартного. Но лучше ссылки кидать, я на вайс. Лучше сохранять ссылки. Чекнет дека после катки. Сталина на тебя нет. Да я чекну, но я же не могу сразу все делать, правильно? Я же не мачина. Раз. Дикуди. Здорово. Шанс есть. Не знаю, если у него тяжелая карта, то да.
Если легкие, то нет. Hey you, man, Пам-пам. Сейчас посмотрим, как он это законтролит. Она 2 наносит по двум случайным. Ему надо, чтобы сюда нанесло. Потом ударится в жука. Что-нибудь поставит. 20 каток. В этот кал долбить. Не думаю, что человек способен на это. Так что да, ты машина. Ты все ради вас. Я usual human. Давай, чувак, ну камон. Карнашка, значит карнашка. Такой сложный ход, это просто жестко. Как, ну, ты чё? Он думал, смогу ли я залетать? Вдруг у меня там Wildfire, Блума, монетки нету, но все равно. Там, ну, не знаю. С демигорганами в руке, это, ты понимаешь, сам груз большой. Не так уж и просто это себе осилить. Вот. За две маны вызвал. Сразу с твинстрайком, с рором. Вот тебе не это. Все. Когда матч перешел за шестую ману, можно консидить. Я его не смог задавить. Моя колода 100 плюс игру, винрейт так себе. Но из колоды, а из-за скилла. Скилл это там 5% винрейта. Я тебе скажу. Нарываться с пиркой. Не знаю, Антов. Правдивее не бывает, по-моему. На next демогорганы полетят, я так понимаю. Сейчас, наверное, White Plane у Бэджера. Вторая ММЛ-ка. Пам-пам, ремув, точка нет. Есть демогорганы. Остальные тогда что 95%? Рандом? Что? Пятьдесят процентов винрейт, накинь 5%, получишь норм винрейт. Может мне в голову эти 5%... А можно мне в голову эти 5% кинуть? Ну, это нужно хотеть.
Волшебной таблетки не бывает для 5% скилла. Даже у меня их нету. В смысле, даже. Просто нету. Вкинь свободные атрибуты в скилл. Почему ты его только на 5% прокачал? Да. Больше не прокачать. Предел, лимит. Понимаешь? Не буду ничего брать с магазина. Все, в этой, в нынешнем матчмейкинге больше 5% не вкачать. И вкачивается это крайне сложно. Нужно потратить очень много времени. С каждым процентом x4 удваивается время на опыт. Понимаешь? Если первый процент ты получаешь плюс-минус быстро, то второй процент уже x4 умножается время первого процента. Следующий процент умножается еще в два раза больше время. Пам-пам-ба-пам-бам. Пара-пара-пара-пара-пара-пам-пам. Памбе. Пахнет леталом. Было близко, но нет. А, зачисточка. Он сдался. Опять я выиграл у этого СМБМа. Что за подкрутка? И вот, и вы хотите сказать, я выиграл на скилле? И хотите сказать, это был скилл? Это даже скиллом не пахло издали. Даже собака бы не учуяла скилл в этой игре, понимаете? А собаки... Я вам скажу, могут далеко учуять. И разные. Ну и где ваш СМБМ демо? Ничего себе, ну бас. Ехав. Да уж. Короче, через пару лет на этой колоде будет все ок. Если мета не поменяется. Мета меняется каждый день. Я на вас, особенно с этими квестами. Ура. ГГ. Хорош, спасибо, спасибо, доступен, здорово. Ты понял его последний ход. Изи на пупоинты. Да он, наверное, блефанул с зачисткой и сдался. Это был блеф. Не было демон. Странно, их ж, просто это подкрутка и все. Поставил пушку, поставил тёлку и с неё хотел добрать карнажу. Но это в мизере даёт существо. Как же он облажался. Жёстко. Действительно. Он, наверное, хотел мантикорку с аджором, но не зашло. Поставил пушку. Так ты читал. Хоть собак не люблю, но завёл бы такую, которая может унюхать скилл. Собаки могут. Красава, показал этому шейху, что деньги в этой игре не решают. Капа. Просто это все рандом, ребятки. Смысл бафа, если ты проиграл. Просто посмотреть пришел. Либо демо. Точно так же и пам летел от фонга на покере. Ну это, я не знаю, это буллеры, наверное, которые тянут время. Не забудь посмотреть его бога света после катки. Ты его вынес на скилле, а не рандоме. Ну не знаю. Поэтому меня, наверное, собаки не любят. Самокритично, самокритично. Красава.
Респект, Валя. Как говорил Кличко, не каждый могут понять, что каждый могут. Но не каждый из каждых знает, что он каждый. Вы поняли. Пошел перелив трафика. Сейчас отключу. Подключил. Ты заметил, всего лишь надо было победить с МВМ. Телеграм. Чат тоже. Да. С МВМ. Причем, при том, что он даже не стримит вроде как. Что я хотел? Посмотреть колоду. Яна Вайс. Сейчас грузится. Стримит? Где? Вот это? А, вот. Он только запустил, наверное. 45 баксов. Hoplite. Asterius. Canonize. Funk Pass. Почему одна Леви? Тебе нужно либо два теиста, либо теист и Леви. Мне кажется, это ошибка. Нужно как можно больше ремувов, которые спамят стол. Два Теерика, как минимум. Это база. 53%. Ну, если бы был второй такой, был бы побольше. Я ему стримит, мы увидели, да. Я ему проиграла в кажуалке. Жестко. Всем стримит, сердеки до 5 маны. До 5 маны. Ну, в принципе, да, там все было до 5 маны. С такого можно и не стримить. Мем название на победитель Сэм Бэма. Зачем мне инфоповод, ребятки, такое? А зачем-то есть колоды на квест, если его отменили? Ну, в будущем поменяет, что-нибудь сделает. Но он, видишь, пытается что-то сделать. 200 IQ мув. Квесты не отменили, перенесли, но попозже. Да. Он хотел найти Саута Демогоргонов, то нет в колоде. Сейчас посмотрим. Что там было? Пара-пара-па-парам-пам-пам. Ух ты, уже 59% винрейт. Нормально. Это агровар за 1500. А кому я там проиграл дешевому? Я думал, вот этот агровар дешевый. Или вот этот. Короче, что-то... А вот, агроприродку выиграл за 14 баксов. Как она попала в мифик? До 5 маны природка. Одни лузы. Такое. Дэдди. Здорово, Сэдди. Вот кто Сэм завалил. Я думаю, что рынок полился. Да. Чекнем его. Кал Оду. Действительно, до 5 маны. Меня удивляет... А, если Мартир возвращает Олимпиана, который под эмпауэром бафнутый, то в руку он уже идет с ХП, с Твинстрайком и с Блицом. За 2 маны, без эмпауэра. То есть можно не давать ему эмпауэр, чтобы он уже был с Твинстрайком. Блин, мне кажется, это как-то неправильно. В целом, она возвращает существо, а не карту. Может быть и правильно.
Было бы правильнее, если бы она еще делала это существо Soulless. Вара, дайте, ща покажу. Квесты заочно делает мифики. Бедолага. Но он запоминает хп. Empower еще раз даст плюс 2 хп. Да, еще раз даст плюс 2 хп. Пир упал. Все упало, в смысле? Смотри, эфир. Все как запланировано. Вот. Было запланировано на отскок. Был отскок. Пойдет ли он дальше, только вопрос. Возможно, он будет вот так поджиматься. И потом все-таки выстрелит. Но это только возможно. Смотрим. Вара Дэдди. Без пушек, что ли, играет? Нет, с пушками. 500 баксов. Дэдди. Твин страйк еще раз даст. Будет квадрипл страйк. Квадро страйк. Нет, он не даст двойной твин страйк. Больше двойных твин страйков, наверное, в игре нету. Вообще их нету. С паучками. Щиток, два мяча. Вот. Странно, что ему щиток не пришел. Он не пришел, наверное, потому что один был. Он вроде как и без него выиграл. Гектор. Грендель. Ладно. Go next. 51% винрейт. Карт купил, играть не купил. Ну, тоже верно. Природа 16 баксов. Не боится миллионеров. Просто крутит, понимаешь? Вот и все. Мне немножечко подкручивает. Если бы скилл что-то решал... Не знаю, было бы 4 из 6. Но, увы. Видишь, первые ходы вперед вышли. Подкручивает. Топ-деки. Ну. Мне это более чем нравится. Как бы у меня две единички в руке, значит там блайнд-бомба минимум одна есть. Это база. Все паки лутают. Покажи, как тебя крутят. Есть спиннер. Во, смотри. Вышел. Сводный брат Джейсон. Показать, как мне крутят. Дорогих соперников. Я там вылетел в первой игре. Жестко. Одену талисман. Сейчас ударюсь по лицу, заберу ремув. О, я лучше вальку заберу. Скорее всего, это слип. И на next кину инфорсера под чармой. Ну, если он мне гоблином не сломает, то я... Good boy. Я даже сделаю вот так. Спасибо за зомби.
Мэри. Туру-тере, тату-тере, туру-тере. Десять, шестнадцать. Появляйся. Девятнадцать. Не хватает. А Джейсона дают на выбор для Клинера там случайные три раза по три. То есть на выбор дают три леги, ты выбираешь одну из трех, и так три раза. Три доставки. Вот, три доставки случайных легендарок. Нет. Подумал, сейчас будет Ич или От. Сейчас бы монетка пригодилась, конечно, сильно. Три, шесть, шестнадцать. Она еще может не попасть. За три маны что я могу сделать? Шесть, шестнадцать, восемнадцать, двадцать один. И за одну ману. Все, это летал, да. Да. Как это делается? Хотел, короче, показать непристойный жест, но подумал, будет слишком просто. Ну вот это был скилл. Окей, вот это 5% зарешало. Тут, конечно, собака бы учуяла. Нет, я видел, потом посмотрел в чат, вы уже начали тут строчить на все полностью, и я убедился в том, что я увидел. Что по набиву тату канапе приемник слышно? Тату в канапе приемник на поясницу. Сзади, да. Имба. Так. Что я не прочитал? Пантера. Егорчик обиделся, что всего пантерка называют. Да, и заскромничал и решил не выходить. Правильно его называть конопеприемник. Ну, конопеприемник он тогда, когда он принимает конопе, а когда противника его нету, это просто пантерка. Как вам... Видос про Слип Смерть Герань. Я видел в предложке его, но еще не чекнул. Позже чекну. Так, летал с магазина. С магазина. Говорю, хорошо, что у тебя чат, который показывает, летал. Юху. Просто мне не понадобился Минотавр, чтобы убить Слип Смерть, но вовремя взятая... Валька все изрешала. 5% из чата. Вот тебе и дорогая колода, да.
Валька в Сантуме скилл. Но надо было ее взять, понять, что ее надо брать. Больше-то нечем было выигрывать. После твоего стрима вообще не хочется играть в этот и жестко, там какие лютые челики. Плюс один. Я тоже, меня тоже не хочется играть, ребят, если что. Просто... я не хочу сидеть, сложа руки на месте. Нужно... Я сам заставляю себя что-то делать для того, чтобы что-то делать. Чтобы хоть на одну долю процента двигаться куда-то вперед. Вот и все. Если вам это не надо, то можете не играть. Их. Опять что ли? Слип смерть? Ну, пожалуйста, нет. Я второй раз это не переживу. Заставь себя ничего не делать. Ну вот я 2 дня ничего не делал. Хватит. Этого достаточно. Прикинь, я вот в эту игру, Yu-Gi-Oh! Играл... Сколько я не играл? 7 дней. Там какая-то акция, карточная игра японская. Там акция была, лутаешь кристаллики крутые, все дела. Ну, блин... Звучит, конечно, двусмысленно, но смысл ясен. Вот там кристаллики лутаешь, чтобы паки покупать. В паках карты для того, чтобы собирать сеты шмоток. И я захотел собрать колоду. Крутая колода, там нереальная. Накопил 5500 этих кристалликов, чтобы открыть... Сколько? Ну, за 50 кристаллов 10 паков. 120 паков открыть. Собрал себе почти все карты нужные. И осталось собрать карты, которые есть только на персонажа. То есть... карты можно выбивать из паков. Yu-Gi-Oh, да-да-да, это такая игра, в которой можно найти летал на первый ход. Все верно, на второй. На первый ход там нельзя бить в лицо. Если ты ходишь вторым, можно, да. И либо... на второй ход, если ты ходишь первый. И вот, и я купил с паков, выбил все карты. И надо выбивать карты с персонажа. Чтобы выбивать карты с персонажа, его нужно открыть. И получается, чтобы открыть этого персонажа, мне нужно выполнить задание, которое мне говорит: тебе нужно победить вот этого персонажа, на котором ты хочешь играть. Только карты. Карты тебе нужна. Ты должен с определенной картой победить этого челика в дуэли. Просто призвав ее на стол. И чтобы эту карту получить, нужно покупать еще паки. И не факт, что она еще выпадет тебе. И я что-то тильтанул с нее. Но все равно поигрываю. Ну это просто жесть. Вот это, конечно... Либо я дурак, то что решил эту колоду собирать. Либо... Надо мной жестко надругались. Так. Что там по Гунцо Балатрон? Да я не играл, не знаю, мне... Мегамасев... сказал, что-то будем придумывать. Но... пока ничего не придумывали. Этот Myth of Sale меня тоже задрал. Шейх за 2к выиграл у него где-то 1 из 5. Что за Myth of Sale? Утром еще какой-то трэш творится. Меня с Диамонда после хорошего винстрика в Midnight забили. Просто ногами по лицу. Ни хрена себе. Соболезную.
Ах ты гнида. Я не смог ломателя пух забрать. Ладно. Я понял. Там всегда побеждает второй. Нет. Там может просто не зайти карты и... Каким бы то ни был, ты проиграешь. Как камень, ножницы, бумага, только... Тут первое, второе. Там тоже может не зайти. Вот я играл в дуэльках, мне не зашло 7 из 7 раз. И я 7 дуэлек проиграл просто. Да он же может еще обелиск превратить. Но не превращает. Может быть, купить акт на сайте... Весело платить, что? Какой ак? Очень интересно, но ничего не понятно. Фейл — это слип, которого ты завалил. Мне повезло. Так, оно этот превратится и никому не даст ману. Что он кинул? Курсо. Все четное. Иван, не хочешь попробовать Marvel Snap? Да я на телефоне в Югио катаю. На компе, блин, я после недели игр за компом начал зарядку делать. И то я получал удовольствие от Сакрада. А насчет Marvel Snap, я же даже не видел, как что это за игра. Даже трейлера. Надо чекнуть, может быть. Может быть. Не обещаю. Ты не знаешь сайт, там можно купить айки на все что угодно. Антоф, твоя любимая карта. Может быть, даже Годса. Со всеми открытыми картами. Но в Годсах надо с кошельком вместе покупать. Надо было Вальку, наверное, брать. Но я взял хилку. А нет. Нормально. На телефоне на лавочке? Нет, я чилю на диванчике. Смотрю это аниме Югио. Играю в Югио. Энфорсера ставим, потому что он нечетный. Не, монетку, наверное, лучше оставить. 6 плюс 4, 10. Я понял. Есть еще аниме Cardfight Vanguard. Что за штука? Точно, гнидыч. Ну,
Если может. Ну что с Бавалика, конечно. А нет, не помогла. О, они ж не будут спать. Сюда. Come on, boy. Come on, boy. Come on, boy. Чисто подкрутка. Вот это был скилл, ребята. Точнее, кусочек удачи, который прилагается с ним. А что за аниме такое, Фонг? Сюжет рассказывает об отдельной школе для девочек, между которыми развиваются отношения. А где карты? Ясно, понятно. Второй девочки с сюрпризом. Подкрутка. Все верно. Блин, просто слип смертей, контроль смертей. Раскатываю, как асфальтоукладчик. Ртовый. Когда-то надо, чтобы везло. Сейчас мы пойдем на основы, и там проявится сразу все грани отсутствия скилла. А тут, походу, я попал в какой-то грязный пул, где мне крутят, как я не знаю. Я даже не знаю, как кому. Как всем, кто берет на викенде больше 15 побед. Картфайт — аниме про картонные дуэли. Про отдельную школу для девочек. Это про аниментов. А. Так. Картфайт Вангард. Это про аниме. Про карточные дуэли. А про школу? Блин, а я не видела, как называется про школу аниме. Если картфайт — это про отдельные дуэли. Опять? Ну это уже не смешно. Второго конопи у меня нету. Про школу интереснее звучит? Нет, просто... Я не вижу названия. А, клубничная тревога. Все, я понял. Просто гляньте на этот безумие. На следующий ход даже энфорсер не сможет это остановить. Просто я спрашиваю из-за того, что я не видел названия. Почему ты писал, не отвечая на чье-то сообщение, и объяснял сюжет? Как будто бы ты объяснял сюжет того, что ты написал выше. Поэтому я и спросил. If you understand what I mean... Сколько это? 2, 3, 5, 4 и 3, 7. Возможно, кинет баф в кого-нибудь на 3 урона и убьет вот так. Плюс кого-нибудь бафнет. Изи было бы. Я обычно не отвечаю на сообщение, если мое сообщение следующее.
Потому что ответы работают через одно место. Я тоже так делаю, но я понял, что лучше ответить на сообщение, у которого нету... То есть ответы работают хреново в случае, если ты отвечаешь после того, как ответили на сообщение. Они работают плохо. Если ты отвечаешь на первое сообщение, то они работают нормально. Тут без шансов. Челик так разогнался, что этот асфальтоукладчик уже не остановить. Прям как Deception на пятом мане завалил. Лысый ничего не делает. Лысый из Brothers. Да, он вроде постоянно занят, осваивает новую профессию. Да, он... полиинтеллектуален. Ну, развелся, она у него нормбаба куизла. Надо с самого начала все обговаривать через бумаги, чтобы потом этого не было. Так как если нашел какую-то, может быть, глупенькую, еще есть шанс как-то чему-то научить. А если какая-то прохаванная, у которой 20 прохаванных подруг, которые в жизни ничего, кроме Pencil Dick'а не видели, и они советуют, как жить, то ничего хорошего из этого не выйдет. Но это не говорит о том, что не нужно искать. Если есть цель найти, нужно перебирать множество вариантов. И когда-нибудь ты найдешь то, что тебе нужно. Совет опытного шкурохода на нафутовое. Но это база. Это просто база. Просто в этом чайнике кипятятся много разных мыслей. И некоторые из них верны. Человек, который стесняется сказать слово... Я не стесняюсь, я принципиально его не говорю. Ты не путай Бибу с Бобой. Понимаешь? Все, это база. Это главное. Fine again. Что не так со словом? Не знаю. Его надо уметь говорить правильно, понимаешь? Шестерка, ладно, четверка возьму. Пропуск. Усики — это пропуск. Я уже приводил аналогию. Танго. Танго — это танец. Ман, это алмазный маг какой-то. Либо я чё-то не выкупаю. Ты должен опять танцевать 10 бальных танцев. Посадобль. Я могу только вальс немножко чуча-ча, если вспомнить. Как же эти ютуберские кликбейтеры? Все, летим на луну. Все. 19к, идем вниз, летим на луну, идем вниз, летим на луну, идем вниз.
Еще до новой вершины миллиард часов, тысячу дней. Они уже сейчас инфоповоды раздувают. Джайв. Это Джайв, Чича-Ча, Румба и все остальное плюс-минус одно и то же. Руна силы. Какие из этих слов можешь сказать? Могу сказать все. Сколько надо урона? 3 плюс 5 — 8. Лучше льва отдать, 4 сюда прилетит, из 7 это будет 3. Но он будет в таунте. До анбаунда еще целый ход. Сначала бьем существом, которое не умирает, потом отдаем льва, чтобы не дать ему фавор. Обзор на Яндекс.Маркете и отзывы. Блин, ну это отдельная категория. Не веришь, что он все может сказать. Я верю. А чем докажешь? Ответь в следующем донате. Знаю, слышал такую фигню. Как и выманивает бабки из под людей. Не делайте так. Победа против мага на мифике алмазного. Я буквально под пивас с ним играл. Брался таляж. Да это я прикалываюсь. Только не вздумай кидать деньги. Смотри. Изи. Блин. По идее, на Твиче нельзя показывать нижнее белье. Только если ты в категории пул, бассейны, либо какой-нибудь арт. Поэтому я не покажу эту картинку. Шесть побед. Спасибо квестам за это. 1000 фрагментов. It's a wow. Хьюз. Это произведение искусства. Скрытый пул. Ха-ха. Ты думаешь, я не в шортах? Но я в шортах. Это ты это пишешь, Антофе. Итак, сейчас пойдем на основу. Я без. Везет. Могу тебе только позавидовать. На природке все. 6 побед из 10 игр. Достойно. 1000 фрагментов. Где-то годсов 4, наверное, 4,5. Всем, кто на Ютубе, спасибо за просмотр. Всем, кто на Твиче, ожидаем основу. И будет обзор на мету во вторник. Довольно странное событие. Исключаю.